Доброго времени суток! Приветствую вас на своем канале. Сегодня расскажу, как изготовить AUX-провод для вашего мобильного телефона, чтобы при помощи него воспроизводить музыку на магнитоле Swing в автомобиле Skoda Octavia 5. Для этого нам потребуется вот такой вот шнурок, мини-джек, значит, TRS он называется. Вот, значит, с обоих концов он одинаковый должен быть. Его мы с одной стороны разрезаем, и он трехжильный получается. Все три жилки, там правый, левый, динамик, а также общий канал, будем делать на металлические фишечки, после чего их подсоединять к магнитоле Swing нашей, соответствующие разъемы, после чего делать разблокировку при помощи программы Wasia Diagnost нашей магнитолы на принятие сигнала AUX. Вот. В принципе, сейчас все буду показывать и рассказывать. Для того, чтобы нам сделать AUX, нам необходимо снять крышку фиксации рычага, накладочку, да. Значит, потом разобрать пепельницу, после чего разобрать и снять магнитолу, ну, соответственно, по элементам. Пепельница, крышка магнитолы, сама магнитола. Вот, после чего уже приступать к самому изготовлению AUX-шнура. Значит, провод мой уже разобран, объясню. Значит, красный проводок — это у нас правый динамик, белый проводок — это у нас левый динамик, значит, желтый провод — это у нас общий канал. Значит, их уже предварительно я смотал, сделал это все на стандартной фишечке, вот можно видеть, с обычной фишки взял, разобрал, разломал, взял обжимничек этот металлический, его сюда проводок обжал и при помощи термоусадки все это дело заизолировал. Значит, эту ситуацию мы сейчас также все в термоусадку запихнем, вот, обожмем и будем все это дело подсоединять. Значит, вот наша схема, которая имеется на магнитоле Swing. Сейчас, в принципе, покажу. Вот у нас AUX наш, этот разъем. Значит, здесь ситуация в чем? Вот сверху можно видеть AUX R, то есть правый динамик. Внизу AUX L, то есть левый динамик. И следующий получается это AUX IN, значит, общий разъем. Соответственно, также будем устанавливать красный провод сюда, получается, в правый вход, белый провод в левый вход. И, соответственно, желтый провод общий вот сюда будем устанавливать. Все это дело устанавливаем. Вот раз, два, три. Три фишки. После чего будем подключать компьютер и активировать функцию AUX в магнитоле Swing. Значит, установив в разъемы наш AUX, обратную сторону мы продеваем в фишку. Вот сюда вот продеваем, получается, и потом уже одеваем саму фишку на магнитолу. Иным образом, ну, то есть не защелкнется, потому что есть фиксатор вот этот вот, который нужно будет защелкивать на самую магнитолу. Поэтому, соответственно, AUX сначала сюда, потом фишку одеваем на магнитолу. Последние штришки тоже покажу. Кабель у нас, получается, выходит отсюда. Уже магнитолу я, в принципе, собрал. Кабель выходит. Что мы делаем? В пепельнице есть вот такие вот разъемы, да, в которые AUX, в принципе, пролазит. Тоже вот сюда мы его быстренько просовываем. Потом здесь, в самой пепельнице, нам необходимо сделать дырочку, чтобы, ну, он туда вот влез, и отсюда его можно было уже доставать. Чтобы не было лишних вопросов. Ну, вот как-то так. Итак, находимся мы, получается, в программе Wasia Diagnost. Значит, разблокируем функцию AUX. Значит, для этого нам необходимо зайти в выбор блока управления. После чего в открывшемся окне выбрать 56-й блок, это магнитола. Далее в данном блоке необходимо выбрать кодирование. После чего в открывшемся окне выбираем длинное кодирование. В открывшемся окне нам необходимо в нулевом байте, во втором бите, поставить галочку AUX IN, контроль подключения включен. После чего выключаем, закрываем окна, выбираем выполнить. Кодировка у нас принята. Все, закрываем нашу программу, она нам больше не нужна.
после чего объясню, что нам нужно сделать дальше. На магнитоле нашей свинг нам необходимо ее включить, после чего необходимо зажать правую кнопку, крутелочку правую, и держать. У нас откроется сервисное меню, в котором нам необходимо выбрать AUX, после чего у нас пишется, что AUX выключен. Нам необходимо нажать вот эту вот клавишу, первую, да, выбираем, включаем AUX, после чего начинаем слушать музыку. Значит, продолжаем разбираться. Берем наш шнурок, подключаем его в компьютер, так как телефон у нас сейчас занят. Вот, после чего нажимаем кнопку медиа, у нас появляется AUX. Вот CD AUX у нас появляется после его активации. Выбираем. Ну и включаем песенку. Включаем песенку. Слушаем. Ну и, соответственно, все у нас играет. Кому понравилось видео, заходите на мой канал Щеглов Шкодник, подписывайтесь. Буду рад вас видеть у себя в гостях. Просматривайте видео, есть много полезной информации по автомобилю Шкода Октавия 5. Также мы имеемся ВКонтакте. Переходите по ссылке, подписывайтесь на нас в группе. Вот, будем общаться, сотрудничать и делать наш автомобиль лучше вместе. Вот, всего доброго и удачи!